Итак, мы находимся на турецком рынке. Рынок по вторникам только. Да, здесь очень-очень много всего. Различные травы, мед, овощи, лимоны, петрушка, зелень. Смотри, как много зелени. Прямо вот мешками. Да. Это можно овощи здесь купить. Да, закупить много. За 25 рублей эти. Корешки разные. Гранат по 4. Гранат. О, гранат укроп. У нас укроп есть, петрушку можем взять. Вон какая-то еще зелень. Руккола. Это не руккола? Да, это руккола. Давай руккола возьмем. Да? Давай. Это тоже руккола? Это щавель скорее. Смотри, я это заплатил за это 80 рублей тут. А, что это такое? Руккола? Это руккола, да, килограмм. Ты что там понимаешь? Вот. Вот, килограмм почти. И вот базилик и какая-то трава, которая нам в отеле понравилась. Не знаю, что это. Вот такая вот трава. Смотри, это машина для семечек. Она их шарит, наверное, там. Наверное, да. Смотри, какие крупные семечки. Можно взять куда-нибудь. А? Давай попробуем. Давай. Сколько тут всего интересного. Да, на пробу 100 грамм возьмем. 900 рублей, покажем это. 1 килограмм 900 рублей. Так. Это сухофрукты, да? Это мед. Вот здесь мед. Так, мы взяли, смотрите, мы взяли, я покажу, горячие такие семечки огромные, огромные семечки. Вот, 800 грамм, 50 рублей. 800 грамм, представляете? Вот, и... фисташки, которые взяли 100 грамм на пробу всего лишь.
килограмм стоит 900 рублей. Такие классные фрукты. Цены отличные, просто раз в два ниже, чем у нас. Чеснок я очень люблю, поэтому чеснок я возьму. Значок взяли. Мы нашли клубнику. Мы все подряд. Потом клубника давай спросим. Она в теплице здесь растет. Да, 150. Что возьмем? Так, помидорка. Вот здесь 5. Лучше, чем в супермаркете. Она да, прекрасная. Да, хорошую возьмем, или у нас еще есть там? У нас еще есть 4 штуки. Вот на пробу возьмем 3 штучки. Давай. Он ли ты? 3 pieces. Килограмм? Да. Да ладно. Тут можно взять на 100 рублей. Давай возьмем. One half kilo. Half kilo. Надо что-то купить обязательно, потому что цены очень низкие. О, мясо. Отдела мясо. О, сколько тыквы, какая она огромная. Рыбка. Давай, снимаем рыбу, я буду сюда отходить. Килограмм, да. Можно будет сколько его взять потом, да? Сейчас нам будет. Банан взять. 1000 рублей килограмм. В принципе, дорого, да? Да, давай еще посмотрим. Вот. Вот наслаждается рыбкой. Вкусно. Вах, вах. И взять морепродукты, хотя они не дешевые, но можно. Морепродукты все свежие, не морозные. Вот это настоящий джамбо, да? Ого! Во. Настоящий джамбо. Мы вчера были в супермаркете, поэтому мы много продуктов закупили, а на рынке просто это рынок по вторникам. На рынке мы очень мало всего взяли, но не взять не могли, хоть что-то. Взяли клубники почти килограмм на 150 рублей, 140 рублей по курсу. Это чесночок, очень много зелени. Прям очень много. Да, очень много зелени. Ой. Роняешь.
почти килограмм семечек крупных и орехи, фисташки взяли на пробу. Вот, цены очень хорошие, прям. Особенно на орехи. Да, особенно на орехи, на зелень. Мне кажется, раза в 2-2.5 дешевле, чем у нас, да? Креветки, огромные королевские креветки, там по 15 сантиметров длиной. Вот, 140 лир, то есть это 1300 рублей, 1350 рублей. Вот, что еще, поменьше креветки королевские, 1100 в рублях, если. Ну, вот такие цены, как бы они почти как у нас, но дешевле, дешевле, а качество лучше, понятно, что ближайшие морепродукты. Кальмары, осьминоги тоже все охлажденные, свежее, все есть, не замороженное. Вот такой рынок. Теперь хороший мне хочется, теперь хочется закупать только на нем все продукты. Да, там все свежее. Они в магазинах. Морепродукты даже не мороженые, то есть прям все свежее. Да, взяли три помидорки, потому что она выглядит прям сочной такой, насыщенной. Настоящей. Да, деревенской. Потому что даже в супермаркете, то здесь она, ну, немножко не такая.